Для таких личностей целью жизни становится борьба за справедливость и благополучие. Не очень заинтересованы в деньгах, поэтому никогда не примут решение для получения материальной выгоды. И сообщает характеру дипломатичность как защитную реакцию на грубость, давление со стороны. Таким личностям стоит уделять больше внимания самочувствию из-за частых перепадов настроения. Этим людям характерна внимательность к жизни. И значение буквы придает человеку, в имени которого присутствует эта буква, утонченность, романтичность, сентиментальность. Эти люди обладают творческими способностями, любят неожиданности и нестандартные ситуации, которые привыкли решать с помощью логики. Они могут работать в любой сфере, если их заинтересует профессия. Интуитивная, чувствительная, творческая личность, искатель правды, не всегда соразмеряющий желания и возможности. Звук L дает людям любовь ко всему красивому, они верны в любви и способны вызвать к себе расположение. Согласная Ш в имени делает человека хладнокровным. В экстремальной ситуации он не подается панике, сохраняет ясность мысли. Буква Т в имени говорит о натуре чувствительной, творчески одаренной, с хорошо развитой интуицией, но заносчивой и амбициозной. Эти люди должны изменить свое отношение к миру и обратить внимание не только на материальные, но и на духовные и интеллектуальные аспекты человеческого существования. Должны проявлять больше человечности, великодушия и понимания к окружающим. Присутствие буквы О в этом имени говорит о постоянном стремлении к совершенствованию и самореализации, желание как можно полнее использовать свои способности и возможности. Не терпят владельцы этого имени праздной жизни и готовы к подвигам. Для полноты реализации они должны понять свое предназначение, для чего нужно воспользоваться своей богатой интуицией, чтобы понять предуготованную им цель. Внешний человек показывает практичность как ширма для сокрытия романтической мягкой натуры. И тонкая духовность, чувствительность, доброта, миролюбие. Какой бы род деятельности они ни выбрали, способность гениального предвидения событий и таинственная притягательность для других людей всегда будут на их стороне. Редко встречающийся в именах звук У воспринимается на слух свежо и оригинально. Буква Л в этом имени придает личности артистизм, богатую фантазию, литературные способности. Звук У дает человеку активное воображение. Буква О в этом имени приносит людям раскрепощенность и жизнерадостность. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.